Всем привет, ребят! Сегодня посмотрю, как идет игра Need for Speed Payback на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, сколько здесь у нас FPS, ну и, конечно же, управление на геймпаде. Весит игра 25,8 гигабайт. Давайте запустим. Посмотрим, насколько быстро она у нас загрузится. В саму, собственно, игру. От изначального запуска экрана. Need for Speed Payback. Играть как юзер 8001. Если что, ребята, это мой ник. Кому интересно, добавляйтесь, друзья. Я буду не против. Всех добавляю. Так. Загрузочка пошла. Ну, в принципе, моментально. Пару секунд, все загрузилось. Что, давайте продолжить. Покажу, собственно, пролог. Прошел специально, чтобы вам показать, собственно, сам геймплей. Чтобы начало вам не показывать, не спойлерить ничего. Потому что вдруг кто-то захочет, собственно, эту игру пройти. Знаете, что я гожусь для дома? Может, а так. Может, нет. У тебя одна победа, вибрация сразу же сходу. Сразу же, как газуешь, сразу же вибрация. При 30 FPS идет игра. Да, при 30 FPS 1080p, но 30-очка, 30-очка. Жалко, конечно, что 30 FPS, ну, конечно, эта игра уже старая, она уже не новая, она еще на прошлом поколении была, поэтому, как бы, да, она идет при 30 FPS. Ей бы, конечно, не помешал FPS буст, тогда было бы вообще замечательно, согласитесь. Ну а пока 30-очка. Давайте пробежимся быстренько по настройкам. Я вам покажу, что у меня в настройках. Настройки. Сложность средняя. Все, вы видите, субтитры выключены. Кстати, их можно включить. Почему бы нет? Тут игра на русском, так что можно не включать. Игровой процесс ничего не менялось. Все стоит автоматически. Геймпад автоматически. Аудио я так убрал. Музыку в минус. Прям практически в ноль. Громкость голоса на два деления. Все остальное тоже по два деления убрал. Ну и все остальное стоит по стандарту, в принципе. Ничего не менял. Так. Давайте поедем на гонку, в принципе, прокатимся, собственно, сам геймплей, посмотрим, как идет вообще игра. Ну, графику видите, графика хорошая, даже более чем хорошая, хотя игра уже такая очень старая, на самом-то деле, игра старая. Отклик от геймпада, кстати, отклик от геймпада прям замечательный, никакого input лага нет, все замечательно идет. Хоть я играю не на проводе, а без провода, то есть нахожусь на расстоянии примерно 2-3 метра от консоли. Так что все хорошо идет, собственно. Хоть и 30 FPS. Но графика хорошая. Графика хорошая. Хоть что-то в этой графике. Хоть что-то в этой игре хорошее. Графика хорошая. Так, давайте, наверное, разгонимся немножко. Ох, как хорошо рвет с места. Я не знаю, что это за машина, ребят. Кто знает, напишите в комментариях. Вот. Вот. Не знаю, сзади там. Ой-ой-ой. Вот. Сзади, в принципе. Сейчас вам покажу, как называется. Вот. Сзади вы можете увидеть, в принципе. Кому будет интересно, напишите в комментариях. Мне самому интересно, на самом деле, что за машина. Что-то между Поршем, что-то между каким-то Ниссаном. Что-то вообще непонятно. Я не знаю, на самом деле, как эта машина называется и что это за машина. Может быть, это даже не машина, не настоящая, но в том плане, что она настоящая в жизни по-другому называется, а здесь как-то по-другому, не знаю. Так что, ребят, напишите, если что. Кому интересно будет, кто хочет блеснуть умом. Ну, физика, да, конечно, здесь такая уже старенькая немножко. То, что вот эти вот резкие, блин, повороты вот этим ручником. Я вообще не понимаю, как это возможно в жизни бы так не получилось. Ну, а мы начнем гонку. Стартер Б. Отлично. При старте гонки, вот, я нажал РБ, у меня немножко геймпад провибрировал. Прям чуточку провибрировал. Прям немножечко, прям совсем чуть-чуть провибрировал. Так, ну что, поехали. Собственно, давайте. Джамал какой-то. Эрон. Пол. Джамал. Эй, Джамал. Так. Надо первое место взять. Первое место. Нужно выиграть эту гонку обязательно. Так. Давайте. Едем. Первый круг из трех. Три круга здесь, собственно. Ну, не сильно. Когда, кстати, нитро подрубаешь, прям шум такой сразу стоит от этого, от машины. Ну, управление здесь, я вам скажу, удобненькое. Ну, хоть и немножко по-дурацкому выполнена физика, но управление удобное. И в повороты так хорошо входит на ручнике. Прям замечательно входит, я бы даже сказал.
Мне уже обогнать хотели? Или что, я не понял. Так, это я второй круг уже еду, да? Давайте, мне нужно первым приехать. Обязательно нужно. Ей-ей-ей-ей. А ну конечно, машины-то какие у вас, ты посмотри. Ты попробуй на моей трахоме проехаться. Халфани какой-то. Что за имена вообще? Нравятся мои задние фонари? Задние фонари. Хоть правильно сказал. Я думал, задний фара скажет. Во, пошел он. Улетел просто. А так нечестно, слышишь? Дружочек, последний круг, мне нужно первым прийти. Так, нужно нитро сохранять обязательно. Надо газ не сбавлять. И ручник не давать, потому что при ручнике у меня газ сбрасывается. Скорость теряется, мне нужно первым прийти. Мне нужно прийти первым. Так. Давай, газу, 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 газу. На нитро, обязательно. Потому что по-другому здесь никак не зайти, хорошо. Давай, 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 хорош, хорош, машинка, хорош. Осталось 500 метров, давай, давай. Давай еще. Тут же можно сокращать. В натуре, я забыл. Просто думал, тут обязательно по контрольным точкам едет, но тут можно и сократить. Отлично. Доберитесь до точки, 1,5 километра ехать. Стоять. Едем дальше. Ну, машина выполнена, кстати, хорошо. Очень даже хорошо детализировано все выполнено. То, что ржавчина, вот это все красиво выглядит. Что там было написано? Я не успел прочитать. Ну, ничего страшного. Ну, графика на уровне, на самом деле. Хотя игра уже старая. Старенькая такая игра. Но графика хорошо сделана в этой игре. Так. Жалко, конечно, что 30-ка. Это да, это плохо. Ну хотя бы при Full HD 30-ка, а то могло здесь быть и вообще 900p. И тогда было бы мыло мыльное. Хотя бы на этом спасибо. Ой, ой, ой. Не, управление удобное. Отзывчивое управление. Просадок нет никаких управлений. То есть нет никаких задержечек, все вот это вот, все замечательно идет. Да и в принципе в FPS нет просадок, пока не замечал. Ну и что ты встал? Вибрация, какая же тут вибрация? Именно в курки. В триггеры. Кому как нравится. Приехали. А можно это пропустить? Тачка какая-то. Мне эту тачку дадут? Это ж бэха. Вы что, издеваетесь надо мной? Бэху после вот этого вот мне дают бэху. М5, это не та, которая была в Most Wanted 2005 года, нет? Воу. Вот это я понимаю машина. Так, стоп, давайте выберем гонку. И съездим туда. Ну, конечно, сейчас машина, от машины мне ничего не останется. Какая-то она, не знаю, посмотрим, как она разгоняется вообще, собственно. Так, давайте разгонимся. Воу, как хорошо она разгоняется. Ну, тут и нитро, в принципе, побольше заполняется само по себе. Тут 3 деления, а там было 2 деления всего. Стоять. Воу, как она боком дает. Какая она дерзкая. Ты посмотри на нее. Какая она дерзкая. Вау. Дерзкая. Так. Уже нитро накопилось, в принципе, вообще моментально. Она и накапливается быстро. Воу, 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 меня перекрутило немножко. Я хотел боком так красиво войти, но у меня что-то как-то опять не вышло. Не знаю. Так. Давай, 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 давай. В принципе, приехали почти. Месть. Ну, давайте. Опять гонка, скорее всего. Почему я не нажал? Я же нажал. Старт. Надеюсь, здесь не круги. Надеюсь, здесь прямая просто. Не нужно будет круг за кругом наматывать. Надеюсь, тебе понравилось быть королевой, Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. По крайней мере, я так надеюсь. Ну что, добро пожаловать в большую игру. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной Гремучин. Оставайся на этом канале. Делай то, что говорит босс, и в накладе не останешься. Гремучник. Понял? Понял. Гремучник. Что это за погоняло такие, я не пойму. Гремучник какие-то, гремучие какие-то змеи, я не знаю, что это? Бэха.
Справа это что, реношка? Или на реношку похоже. Давай, разгоняемся сразу же сходу. А, да, тут три круга кататься. Тут три круга, в принципе. Ну ничего. Момджан какой-то. Что это за имя? Момджан. Хорош. Хорош, как я боком войну. Надо постараться, конечно, сделать их. А то у меня бэха. И проиграть не хочется мне. На бэхе. Ладно, я на каком-то говне там проиграл. Но не на бэхе же. Да ты что, какие-то супер какие-то геройские гонки, блин. О, уже второй круг пошел. Такие круги мелкие. Или это мне просто кажется, что я на быстрой машине езжу, поэтому это кажется мелкие круги. Да ладно, да ладно. Ну да, конечно, конечно. Решил раньше срезать. Лучше бы я чуть подождал. Лучше бы я немножко подождал. Ну, в принципе, я сейчас догоню. И буду первым. Почему бы нет? Почему бы и нет? Давай, иди отсюда. Там можно было срезать, ну да ладно. Там можно было срезать. Давай, 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 давай. Какое ее место? Почему так носит эту бэху? Я не понимаю. Почему ты так едешь, Мэгган? Ты же бэха. Ты же должна быстрой быть, я не знаю. Время на исходе. Надо подождать. Да ладно. А думал, не надо подождать. Я думал, нужно последний не прийти. Сейчас, вы. Давай, давай. Раз уж так решил, приди хотя бы первым. Не опоздай. Да и ладно, в принципе, и вторым пришел. Неплохо. Задание провалено. Ну что, ребят? Как-то вот так вот идет Need for Speed Payback на Xbox Series S. Собственно, графику увидели. Графика хорошая для того времени. Да и сейчас, в принципе, неплохая. Хорошо смотрится игра. Жалко, что 30 FPS здесь. Хотя бы стабильный, но 30 FPS. Не хватает немножко все равно FPS, до 60 было бы замечательно. Графику увидели, опять же повторюсь. Графика хорошая. Скорость загрузки моментальная, без задержки каких-то загрузок. То есть очень быстро все загружается. Ну и отклик от геймпада замечательный. Тоже никаких... задержек в управлении нет, никаких статоров, никаких фризов, ничего нет, все замечательно, input лагов никаких нет. Как-то вот так вот идет игра на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, можешь подписаться на канал, оставить лайк и написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord серверу, подписаться на мой Instagram. Также можете стать моим спонсором, ребятки. Всем до скорой встречи, ребят. Пока. Скоро увидимся.